добрым утром, приехали бы аж на 10 дней. Красота. Прохладно, мошки нет, ветерок. Правда, вчера сильный ветер был. Ну что, начнем с чешуйного поля. А дальше в планах много. И леса, и всякие эти. Наше чудо поле, чудес. Не скосили, как я и говорил. Так что... Да и невозможно, а до весны. Все? О, мы готовы. Ладно. Будем показывать, что накопали, наснимали и все остальное. Вон к нам дружище пришел. Почти ко мне подошел, не успел заснять и ушел. Хорош так. Подошел, я вот не сразу заметил, вот сюда где-то. И смотрит на меня, стоит. Где он? Потерялся. А, он побежал. Ладно. Прикольный. Ну что, у нас первый какой-то сигнальчик более-менее. Посмотрим. С одной рукой-то. Что там у нас? Что там у нас? Не нашел. Да что ж тут у нас-то? Я не вижу. Не вижу. А, вижу. Первая монетка. Грязненькая. Ладно, сейчас отмою, покажу. Так, взяли с собой бутылочку по советам. Самое смешное, что сегодня куча луж. Ну, правильно, лего-то. Николаевская копейка, да, походу? Да. Сейчас посмотрю год. Она такая вроде. Мне кажется, она убитая. Да нет. Да, лосяра прикольный был. Блин, надо с собой соль таскать. Сейчас бы подошел бы стопудово. 12-й, по-моему. Очень похоже, что это 912. Ну, очень хорошо. Или 15-й. Или 15-й. Ну, убирай к себе. Куда? Вот такой первый находочка. Ладно. А что у меня с фокусом? Нормально. Так, у меня 10 копеек. Да. 35-й рамочничек. А там я прямо сам, под самым этим валом. Рамочничек у тебя. Вот, одна, вторая. Ой, какая писевая. Какая вторая, да, да, еле вызвала. Звонила она 27-30. Одна, вторая, да. Ну, понятно. Я хожу сейчас на высокой частоте, на 18-75. Пипец, а, здесь, знаете, помойка. Я пойму, я вот это вот от чего? Где? Медная вроде. Да ручки от чего-то. Что-то открывалось. Вот так вот. Ну, техника, господи. Рычажок какой-то с этой. О, тут что-то написано. Что там написано? ФВ. ФВ. Тут что-то написано. Наверное, что ли? Не знаю. Она медная. Какой-то порывает. Порывает. И ручку от Вовы порываю. Нет, если это фабрика. Порываю. Но это тогда дореволюционно. Значит, да. Какая-то ручечка. Ладно, ищем. Медная. Что там тарахтит?
Так, ребят, находочка. Кусочек крестик. Ну, он целый, только без ушка. Вот такой вот. Пойдет. Ищем чешую. Смотрите, какую интересную конину нашли. Если конину, конечно. Я не знаю, каким-то крестиком. Вот такая штучка. Угу. Ладно, ищем, ищем, но пока что-то нет. Раз, оно с первого шага начало. Бывает по-разному. Штука. Крестиком с каким-то. Ладно. Так. Вроде как первую чешуя. Птичка. Полушечка, что ли? Ну-ка. О, такая же. Пиписюсечная. Угу. Ну ладно. Раз походим. Так, вот такая вот штучка сегодня, зачатик. Колокольчик целый. Ну это лапушка. Прикольно. Он чего? Не утряхается. Ну потом уже. А его пуля. И почему ты знаешь что? Смотри, у него вот здесь что-то еще. Наплавок что ли? Наплавок какой-то. А, дырочка. Типа дырочка небольшая. Ну целый все равно. Зачет. Прикольно. То ли петелька, то ли еще что-то. Да бог его знает. Ой, вот какой такая хороший. Штучка. Ой, какой хороший. Не часто они целенькие попадаются. А у меня хуёвый сигнал. О! Какой? Хуёвый, но не факт. Ладно. Сейчас я сюда идем покажу. Вот монета очередная. Чего это сегодня никак? А? 1800 какого-то. Павел. Ой. 1800, по-моему, первого, что ли? Нет, 1800, копейка. Ну, так себе, сахарничек. Печаленький. Ну, воды. Хочешь? Павел, заливную. Первый. Ну что, друзья, переехали мы оттуда. Что-то не дает нам то поле. Не, ну чуть-чуть набрали, конечно. Даже одну чешуйку нашли, но... А здесь походим. Тут вот. Туда дороги уходили в лес. Не знаю, пролезем мы сейчас в лес, не пролезем. Посмотрим. Ладно. Вывалилась монеточка сейчас. Это Николай Первый, я рассмотрел, вон. Вся красная в окислах. Ладно, еще походим. Мы наперсток нашел. Потом покажу. И еще вот сигнальчик. Катерина? Полушка. Ну да, похоже. Ой, устали бы что-то сегодня. А, у тебя же пшик-пшик конечно. Ладно, сейчас завершаем понемножку. Что ты имеешь? Ты снял? Да. Ну давай. А. 90 какого-то года 4-го, что ли? 94-го. Да я шучу, ладно. Ну все, накопались. Сейчас находочки покажем. Что у нас здесь? Наперсток. Николай Первый. Рамочник 10 копеек 35-го года. Копеек Николаевский. Крест.
Безушка, Павел один, Канин какая-то, и фигуленька какая-то. Пуговица. Что там у нас еще? Ой. А. Это что? Катерина. Николай один. Да, нас эти задрали сегодня. Мухи, они крылья отрастили. Чудо-крест. И чешуечка. Да, сегодня не густо. Завтра будем пробовать дальше. Еще пока не придумали. Я хочу на то поле конец. Ну да, сходим, съездим. Лосиные мухи задрали. Прям рой. Ладно, ребят. До скорых встреч.